Всем добрый день! Сегодня четверг, а помните, как в те времена, когда еще у нас был Советский Союз, в четверг был рыбный день. Так вот и сегодня у меня тоже рыбный день будет. Я купила рыбку, называется она навага, и буду готовить эту рыбку. Я ее хочу пожарить, с луковыми кольцами потом сверху украсить. Вот такая вот у меня рыбка, с головами почему-то попала, с головой, с хвостом. В общем, я ее помою, почищу. Потом уже буду с ней дальше работать. И взяла вот такую большую луковицу, одну кольцами ее порежу, потом обжарю. Блюдо уже приготовила сразу. Друзья, хочу вам показать свою одну старую, но любимую дощечку разделочную. Это мне ее вырезал племянник. Вот так вверх ногами я вам пока показываю. Из березы. А я вот такую заготовку он мне подарил. А я из нее вот что сделала, но правда уже от времени поджарила. Смотрите, какая у меня поросюшка поджаренная. Хвост крючком, нос пятачком. А это подпаленный, поджаренная моя свинка. Если вот у кого-то есть мужчины, которые занимаются резьбой, возможно, пригодится такая заготовочка, ну, в форме свинки. Я ее очень люблю и не выкидываю до сих пор. Разукрашивала я ее сама, глазки такие прищуренные ей сделала. Смотрите. Поросюшка, настоящая. Здесь по краю я этой красной краской торец весь выкрасила. Вот, со всех сторон. Вот так. Вот такая у меня свинка есть. Я этой дощечкой пользуюсь, но вам ее не показываю, потому что как-то показала дубовую, а вы сказали, что грязная. Я теперь и дубовую вам не показываю. Рыбку я почистила. Она у меня чистая вся стала. Теперь я беру пакетик целлофановый, сыплю сюда соли. Ну, сколько мне на рыбку на эту хватит? Вот так, наверное, чайную ложечку соли. Сыплю сюда муки. Ложки две, наверное. Вот, все это хорошо перемешиваю. Встряхиваю. И укладываю сюда рыбку в пакет. Закрываю и начинаю ее трясти, чтобы вся рыбка у меня в муке с солью оказалась. Пакетик потом просто выкину и все. Все, рыбка моя готова. Смотрите, как она выглядит. Она полностью вся в муке и в соли. Теперь буду резать лук кольцами. Не тонкими, вот такими хорошими кольцами. С полсантиметра примерно. Это я все еще занимаюсь подготовкой. А потом пойдем к плите. Рыбу хочу сегодня жарить. Хвостик остался. Буду разделять вот на такие кольца. И каждое кольцо будет у меня в масле обжариваться. Разбираю весь лук на кольца. Вот такая гора лука у меня получилась. И хочу показать вам еще, что вчера я закрывала огурчики резанные для салата. Вот так они сегодня выглядят. Они полностью остыли, баночки. Можно теперь их ставить в подвал. А когда будем делать салат, открываем крышку, спускаем рассол, и огурцы уже готовы. Порция огурцов для салата готова. Винегрет или оливье, или прочие салаты, в которые кладутся вот такие огурчики. Идем к плите. Поставила на плиту сковородку для рыбы и ковшик для того, чтобы лук обжаривать. Я сюда кинула маленький кусочек лука. Смотрите, он уже хорошо вроде себя ведет. Могу сюда кольца закидывать луковые и буду их обжаривать. Это вот уже обжарилось, то, что я первое кидала на пробу лучок. Так, рыбу. Выкладываем рыбу. Я жарю прям сразу тушками, они небольшие. Делаю поменьше огонь. Масло разогрелось, теперь поменьше огонь. Подлинненько.
Вот и вся рыбёшка моя. Брызгает все везде. Поставит лесу, вытирает. И слежу. Пробую перевернуть рыбку. Должна быть уже румяная сторона. Так. Вот. Рыбку уже перевернула. Вообще рыба быстро жарится. Лучок подрумянивается, видите? Лук переставила на другую конфорку, там побольше. Да, смотрите, как я плиту уделала. Сейчас буду, после видео буду все чистить. Лучок готов, рыбка готова. Выключаю. Лучок сейчас тоже готов будет. Колечки румяные. Смотрите, какие. Выключаю. Вытаскиваю сразу в тарелочку, чтобы масло стекло все. Вот у меня и получилась рыбка очень вкусная. Рыбка четвергового дня. Рыбка в четверг. Я ее сверху украсила жареным луком. Кому не нравится лук, можете не делать. Кому хочется, чтобы лук был немножко поострее, можно его и посолить, и приправкой посыпать. А так он будет сладковатый. Я сходила зелень в огороде нарвала, лучок, потому что с луком очень хорошо рыбку кушать. Петрушка, а вот это ботва от моркови. Молодая, свежая. Та уже, которая росла, она старая, а вот из середины идут новые побеги. Они нежные-нежные, светлого цвета. Горячую рыбу на нее положила, и такой аромат идет от моркови. Приятного всем аппетита желаю. Кто хочет, приготовьте себе такую рыбку. На гарнир идет как картошка, так и рис. Все можно. А вот такую рыбку попробуйте обязательно приготовить. До новых встреч. Всего вам доброго. Хорошего, отменного аппетита. Вкусно? Пробуй. А рыбку хочешь? Это лук. Бусинка. Какая. Дам кусочек обязательно. Дам. Давай еще понюхаем. Вкусно? Какая. Что, пойдем на место? Ах ты моя красавица. Пойдем к столу. Пойдем. Мяу. Пойдем. У нее есть свой стол. Пойдем. Все, повела меня.